Неужели она проиграет два кулек? Вот так вот и вылазит из него. О, начал вылазить. Ничего себе, так огромная какая еще. Давай. О. Куда ты убежишь? Из кормушки убегает, смотри. Вон же вся ее еда. Застряла. Ужас. Хочет сбежать с места преступления. Надгрызла, вон, все, убегает. Надгрызла наш перец и бежать. Так, опа, все, вышло. Вышло? Да, хорошо. Она знает, что надо делать. Сейчас на стол. И удирать. Так, ну ты же ее это. Не дашь по дому бегать? А мы ее сейчас арестуем. И посадим в тюрьму. Депортируем. Мусорное ведро. Нет. Она, может, этого только и ждет. Ага, на улице, чтобы она розы съела, да? Или виноград. А вдруг она расплодится и съест весь наш участок. Может, это заморская гусеница. Все, пошла. Все, вышла из дырки. И пошла. Отрежь ей кусочек чего-нибудь. Кусочек чего я отрежу? Ничего. Цветной капусты жареной. Давай, положи вот туда перед мордой листья. Что она будет делать? Посмотрим. О. Попала в привычную среду. Побежала сразу. Сразу видно, тут ей комфортно двигаться. По листьям. Ну не по кульку же какому-то толстый. Слушай, а тут в брокколи цветной капусте нет ничего такого. Какой сложный путь к успеху. Прогрызть дырку, вылезти через нее, пролезть по кульку и лезть обратно в перец. Не, развернулась, подумала, что тут я уже была. Пожалуй. Покушаю листочек. Да? А чем перец? Как она по листку быстро двигается. Представляешь? Медленно по кульку, зато по листочку раз. Сейчас на край. Может найти себе место какое-то. Бегает, суетится. Непонятно, что ищет. Думает, листочек, но он не заканчивается веточкой. Да и непонятно, как листок может быть без ветки. Куда ползти? Ладно. Депортирую ее на улицу. Сейчас я ее вынесу куда-нибудь. Она уже какие-то номера показывает.
гностические.